Если вы смотрели предыдущее видео, то это, можно сказать, продолжение того видео. Это вспомогательное здание, которое находится рядом с предыдущим. И поэтому, ну, мы просто, в принципе, потрогали двери, и двери были открыты. И пришлось зайти посмотреть, что тут вообще есть. Так что я так быстренько пробежался, смотрю, тут еще на одно видео есть материал. Так что давайте быстренько посмотрим, что тут интересного. Котельная. Стараюсь сильно фонариком не махать по сторонам. Что, баня, что ли? Душевые. Зачем-то сюда матрасы сгрузили. Тоже душевая. Сильно фонариком не махать по сторонам, чтобы с улицы не было видно. Поэтому местами будет немножко темно. Но не сильно темно. Поэтому можно будет разглядеть что-то. А тут... Тут прямо гараж советский, большой. Есть еще подвал. О, часы какие. Электроника 7. Многоразрядных лампах еще. Вот такой замечательный гараж есть. С двумя ямами. Это прямо для грузовика. Вон еще второй этаж есть. Туда мы тоже поднимемся. Сейчас пока обследуем первый этаж. Ямы, вон, смотрите, какие хорошие. Да, обычный совковый гараж такой. Бамперы сложные. То есть иногда используют этот гараж. Ну, наверное, не часто, я думаю. Просто как склад. Предписывающие знаки. Верстак. Просто верстаком. Аптечка. One man only. Ну так очень даже симпатично. Он без прокладки. Для карбюратора, что ли. Два вторых этажа есть. Куча пробок. Еще одно помещение. Всяких хлам. Еще одна аптечка. Так, ну что, попробуем второй этаж подняться. Лестница вроде целая. Рассчитывал на еще одно здание, и у меня остался буквально один кадр, который я сфоткал этот гараж на пленку. Сейчас как бы я мог только на телефон щелкать. Телефон тоже новый, конечно. Хотелось бы на пленочку. Здесь какая-то гулька раскорячилась. Что-то не осталось. О, здесь много было, смотрите. Целая коллекция. Какие-то это что, кинескопы, что ли? Да, это кинескопы. А вот для чего такие используются? 13L-O37M. Такие вот интересные кинескопы. Куда-то они использовались. Две штучки здесь лежат.
что. Так, тихо. Не греми. Такие вот столы. О, склад. Склад, а куча всего. Сейчас попробую аккуратненько выглянуть. Нет, вроде никого нет. Склад, а что тут интересного-то есть? Какие-то камешки. Проба камешков какого-то песка. Просто проба каких-то песков или породы. Керамическая плитка. Лампочки маленькие. Так, там уже палево. Осторожно. Тут лучше фонарем не махать. Ящики. Непонятно, они пустые или полные. Лазить не буду. Здесь тоже какие-то пробы. Спуск вниз. Сейчас пойдем туда. Идем в подземелье. Опять склад. Опять склад. Очень странно все сделано. Здесь какая-то маленькая мастерская или даже лаборатория. Какой-то барабан, кнопки, радио. Опять какие-то пробы. Тут какая-то мельница. Мерный стакан очень неслабый стоит, высокий. Надо все пофоткать будет. Куртка странная очень. Как будто какая-то куртка геолога. Еще одна комната там есть. Еще один. Ставит, а? Честно, человеку не пройти. Тут склад всего. Розетки на 32 ампера. Трехфазные. Тут все подряд. Все подряд. Обогреватель есть. Молоток. Тут какие-то файлы. Документация. Вешалки. Фонари. Чего-то только нет. Прикольно. Ладно. Идем назад. Ну что, второй этаж, который на другую сторону идет. Туалет, коридор, офис. Здесь уже немножко
Первое сырое помещение, которое я вижу. До этого все было сухо. Здесь видно, что крыша протекает. Нет, не раздевалка, это просто шкафы. Какая-то тоже вентиляционная комната. Так, здесь так стул поставил. Кому? По ушам надалась. Опять очень странные планировки. Тубы с чем-то. Опять подъем на крышу. Но это не та крыша, куда бы я хотел залезть. Это маленькое здание, поэтому тут ничего интересного не будет. Предлагаю пойти дальше по коридору. Сегодня будем закругляться. Подписывайся на канал, на инстаграм канала. И до новых встреч.